и продолжили наш суровый, блин, путь. Ну ладно, хоть так. Если никто не будет выпендриваться. Как-то я этот момент упустил. Надо смотреть под ноги. Здесь уже ящиков совсем никаких не осталось. А то здесь есть аптечка. Да ты прикал, ну блин, ну чё это такое? Какого хера? Вот у меня такой вопрос прям. Я просто валяюсь, блин. Подошел и все, и пипец. И тебя заметили сразу. Да что ж у меня этот тест-чембер-то тут устроили? Мне вот это нахрен не надо вообще. Все, патроны кончились. Временная слепота. Прикинь, ты опять не попал. Если у меня патронов нет, ни хрена нет, когда же это закончится? Мы идем совершенно противоположным путем. И у меня опять что-то со зрением, да? И не только у меня. Кирпичик. А тут-то мы уже бегали. А тут это муха и цукатуха. Так. Ну и все, блин, и монстр уже не идет никуда. Все, что дальше делать, я не знаю. У меня патронов нет. Ништяки. Патроны. Дай мне патронов. У меня есть только 5 патронов для винтовки. А, было так много, так много. А куда же все делось? Вопрос, а нахрена она в эту дверь залезала? Остался без ответа. Так, ну отсюда мы пришли. Сюда мы вошли и увидели вот эту вот картину. В принципе, мы идем по пятам. Мойра и Клэр. И здесь тогда наша девчонка пробегала. Да ёп. Заминировали все. Что бы это значило? Скорострельность можно вот сюда воткнуть. У меня нет скорострельности за этого персонажа. И воткнуть сюда нехрен.
Да что ты говоришь? Здесь я встретил ее полгода назад. Блин, а дальше же был Big Motherfucker Boss. Ну, может быть, не такой большой, но босс был. Дрель нужна. Так что присаживаемся. It's dead. I'll have to find another way. Лады, и какие варианты? Тут есть кто-нибудь? Кирпичики. Не говори, всех нас спалило, а потом такая, кто там, кто там, кто? О, отлично. Надо экономить патроны, хватит уже расстреливать их направо и налево. Это я слышу летающую тварь. Она где-то рядом, но не здесь. Здесь уже ничего не открывается, а здесь можно почитать. Уйдя к памятнику, твой отец так и не вернулся домой. Я пыталась ждать, но больше не могу. Пошла его искать. Мне было довольно тревожно, но там все обращались со мной очень хорошо. Мне сказали, что появилась какая-то инфекция и сделали профилактический укол. И этот браслет, по их словам, поможет мне уцелеть. Это место такое большое и замечательное, никогда ничего подобного не видела. Конечно, для нее тут ничего особенного. Она наш остров спасла. Мне начинает казаться, что она может все. Сожалею, что вообще сомневалась в ней. У меня немного кружится голова, но думаю, это ничего. Может, это напряжение? И, наконец-то, я нашла твоего отца. Частично, во всяком случае. Я всегда знал, что у него светлая голова на плечах, и это все, что от него осталось. Не могу я его принести в таком виде. Браслет издает странные звуки, немного раздражает, но не волнуйся, я найду остальные части твоего отца, и мы пойдем домой. Ты, наверное, очень кушать хочешь. Уже после таких рассказов кушать, конечно же, абсолютно не хочется. Но а куда вот, блин? Я так понимаю, наша пташка где-то за дверью. Говнюк, иди сюда. Говнюк, у нас новая цель. It's getting closer. More left. There, shoot. It's getting closer. There, shoot. А, в принципе, трех патронов и вполне достаточно. Красное растение. Слушайте, давно я травки этой не видел. Сочетание. У нас три травки, отлично. Да, этот порошок мне просто дохрена необходим, я бы так сказал. Там что-то булькает. Там же что-то булькало, нет? А я сюда зачем пришел? Сейчас странно, у меня нет карты. Я сюда пришел, чтобы убить эту тварь. И все. Странно. Че, нет инвентаря? Инвентарь пуст. Точнее, заполнен инвентарь.
Так, а спирт бутылка-то есть? Бутылка есть. Ну, допустим, ладно. Так, ну и куда нам? Черт побери, наверх? Вот так вот и не понадобилась мне наша девочка. Припевочка. То есть это был такой этаж для лута. Кто там, Голум, что ли, спрятался? О, вертолет. А, вот. Вот оно что. Так, и бутылку там можно тоже объединить, в принципе, с чем хочешь. Сделаем такой микс. Заходим и... Ух ты! Здравствуй! Тихо-тихо-тихо, ты разошелся. Ей бы больше нет, мужик. Бля, он постоянно двигается. Ну и чё? Я вроде как стреляю по глазам, но ничего не происходит. Или мало что происходит. Спасибо. Мне этого как раз не хватало. Да ладно, ты чё, сдох? Ни хрена себе, он сдох. А у нас теперь есть дрель. Это просто замечательно. Как-то странно. Но, видимо, все-таки глаза сделали свое дело, и мы ухандокали этого говнюка. Ну как говнюка, да? Это же бывший Педро. Но Педро оказался трусом, поэтому Педро теперь является тем, чем является. Теперь надо вспомнить, где здесь была дыра в стене, которую можно было, с которой можно было что-то сотворить. Я, честно говоря, не помню, и хренов тот факт, что никто мне не напомнит. Карты у меня нет. Куда бежать, я не знаю. Может быть, еще ниже, в самое начало. Где-то я ее точно видел. А вот она. Ну, смотри, спустя полгода Педро до сих пор жил. Остался жив и даже какие-то речи пытался там из себя выдавить, типа, в память о своих товарищах. This guy's got the same exact bracelet as you. Moira had one too. Like sisters. Да-да, как сестры. Messed up experiment was this?
Хороший вопрос. Каково, блин, хрена здесь вообще происходило? I wonder if Moira made it to the tower. She made it. Come on, let's see what we can find. Ну пойдем, что мы там найдем. This place has changed. Yeah, pretty creepy, huh? Да уж, неуютненько. Совсем неуютненько. Охренеть, как неуютненько. Мне нужны твои маленькие ручки. Все как обычно. Ну, сейчас уже стабильно идет по два замка. Ничего себе! Изумрудик на 1000 бонусных очечков. Хорош. Хорошо меня балует. Так, записка о клиническом эксперименте. 10-й год. Испытание вируса Т-Фобос почти завершено. Нам удалось снизить летальность вируса Т и создать механизм, благодаря которому вирус активируется в организме, испытывающий сильные эмоциональные потрясения. Также мы снизили показатель сопротивляемости вирусу до менее чем 2%. Все идет по плану. Однако время подходит, мы близки к идеалу, но у нас нет права на ошибку. Чертовы ублюдки. Что-то там еще было. Прощальные слова моему дорогому отцу. Бедный ты, дряхлый старик. Ты хотел создать новый мир и править им, слава богу, а словно бог. Но при всех своих амбициях ты не мог одолеть самых грозных врагов человека. Старость и болезнь. У тебя было все, но тебе подвело разваливающееся тело. А потом твой собственный сын поставил точку в твоей жалкой жизни. И ты оставляешь лишь сноской в аналах истории. Ты облажался, старик. Но не бойся, твоя мечта будет жить. Я воспользуюсь данным тобой знаниями, властью и испытуемыми и добьюсь успеха там, где тебя постигла неудача. Я создам новый мир и буду править им словно богиня. Твое наследие будет позабыто, а мое только начнется. Пусть душа твоя, если она у тебя вообще была, вечно разлагается в муках. Пусть ад заполнится беспристрастным скрежетом твоих... Беспристрастным скрежетом твоих зубов. Какие милые записки, блин. Что такое логово безумия? Вообще радует меня. Два патрона к магу мне дали. Я просто счастлив. Откуда столько манекенов, кукол и прочего дерьма? That is Wesker. Alex Wesker. Two Weskers? You gotta be shitting me. So you finally came. What?
Revelations 2. Wait. This is Moira's. No. No sign of her. Of course this factory had to be a fucked up factory. She's responsible for the experiment 6 months ago. It's got all our names on it. I'll crush you. Where did we go wrong? Where's Moira? И здесь Вескеры. И эти чертова семейка виной всему, всегда, везде. И в следующем эпизоде мы выясним, что, наверное, произошло. И я надеюсь, выясним, что произошло с Клэрой и Мойрой. Но сейчас мы вышли на уже мутировавшую, собственно, эту самую надсмотрщицу. Во! С вами был Джейсон, канал Тормани Геймс. Через неделю продолжим проходить это безумие. Не забывайте про лайки. Всем удачи и пока-пока.